Here's a real high-class belt. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вы слышите эту музыку? Женщины реальные... Это официально... Что? Ну, неважно! В общем-то, это Cuphead во Friday Night Funkin'. Да, что я, собственно, и хотел сказать. Этот музончик, этот потрясающий, вот эти звуки вот этого ретро-джаза, понимаете, это прекрасно. В общем-то, надеюсь, вам это интересно. Обязательно нажимайте красную кнопочку подписаться, если еще не подписаны под видео. Жмите, значит, лайк, прожимайте видосику, колокольчик тоже прожимайте. В общем-то, все уведомления подключайте. Будем по одному треку смотреть на норму. Уж какая разница. По одному треку посмотрим все изменения. Наша маленькая Капхедиха, сейчас будет говорить. Left right. Там танкман! Там танкман стоит, а что он там делает? А как танкман попал вообще в мир Капхеда, я не пойму. Смотрите, вон он там торчит. Вот так вот, ребята, у нас есть скрытый персонаж, да. Ну, в общем, Капхедит, как вы можете видеть. Капхедик поет во всю глотку. Вот сзади этот мистер Картошка или кто это? Кабачок, я не знаю, злобный. Так, рядом с ним еще какое-то розовое говно там с зеленым глазом. Я его не вижу почти. Но оно там есть. Так, ну короче, поехали. Та-та-та-та-та-та. АСМР, что ли? Там написано АСМР. АКМГР. АКМГР, как бы. Это я мешок читаю, который вот прям за моей головой. Я думал, там АСМР, типа. Мешок со всякими приспособлениями для АСМР. Всякие там микрофоны там крутые. Типа там. Ну, короче, ладно, тут разобрались, поехали. Значит, неделя один. О, запуганный лук такой, смотрите. Танкмана уже нет. Танкман сбежал. Танкман только смотрел на нас. В общем-то. А, не, вон он за морковью, господи. Я думал, он только на этом, на обучение нас посмотрел и свалил. Нет! А я, кстати, увидел ту рожу сбоку еще. Рожу сбоку увидел. Смотри, видите, злобная какая хрень. Я его, кстати, в оригинале игры я такую рожу не помню, но, видимо, она там есть. Попипа! Давай. Ай-о! Слушайте, ну, вы знаете, вот у меня ностальгия. Я вот Cuphead я люблю, очень хорошая игра. Очень рад, что когда-то ее проходил. Прям, я получал много удовольствия. Ну, конечно, были моменты, когда удовольствием было сложно назвать то, что я получал, да. Это скорее, знаете, было как килограмм опилок в жопу. Вот такое удовольствие местами, потому что, ну, извините, битва с этим, сраным этим, Кости, вот этот, кость башка вот этот, который в казино там. Это капец, я помню. Я до сих пор помню, как я реагировал, когда я его прошел. Я орал, полтора сраных часа, у-ху! Потому что это правда было полтора сраных часа, это было очень жестко. Но, в общем-то, я еще тогда не знал, что можно 10 часов мучиться над Делом, поэтому для меня это было тогда еще так, более-менее. Я, насколько помню, Дела я уже потом. Так, ну чё, здесь, я думаю, мы... Прикольно, мне понравилось. Мне понравилось, это прям хорошо сделано, замечательно. Первый босс морковка, а второй босс двоится. Ну, прекрасно, надо их вместе как-то соединить, и получится босс, из-за которого мне желтую монету поставить. Поэтому не надо их соединять. Да, поэтому не надо их соединять. Чё это было-то? Офигеть. Они там какую-то шарманку запускают водяную. Мрати, загёлфинг, видите? Это вместо молнии, тот же молния должна охренать, и лемон-демон за окном, да. Вместо этого решили добавить такую срань. Окей, чё бы нет. Слушайте, Girlfriend наша чашечная, она, обратите внимание, вообще как бы уже даже сама крутится. Она не крутит башкой, она крутится сама и крутит башкой. Я, честно говоря, на тебя смотрю, Girlfriend. Cuphead. Я на тебя смотрю. Cuphead, да. И у меня голова у самого кружится. Тебя не задолбал еще? Нет? Видимо, ее не задолбал еще. Так, Па-па-па-ра-ба, па-па-па-па-ра-ба, па-па-па-па-ра-ба, па-па-па-ра-ба, па-па-па-ра-ба. Так, ну, в общем, ио-е-о-о. Спукисы надо отметить, да, спукисы надо отметить, в принципе, не сильно поменялись по характеру. Такие же долбанутые остались, как и были. Да, надо еще вот это вот на конце, вот на бэкграунде там, знаете, там зловещий голос, надо тоже натренировать. Потому что петь я научился, конечно, идеально, но
зловещие интонации еще пока не факт. А сейчас такой раз и опять. Раз и опять, как говорится. Такой. Ой, не то... А, ну хотя хорошо, в принципе. Хоть и не то нажал, но зато посмотрели на анимацию вот этой радости. Ну, в принципе, ну да, драконом же пика не сделать, правильно. У нас там был, конечно, босс-дракон, например. Но это было бы странно. Это было бы немного странно. Так, в общем, все, капхед готов. Капхед готов напикать всяких пиков тут. Всяких пиков насадить на пику готов капхед. Так. Так, скажите мне, пожалуйста, а у нас будет, мне вот что интересно, босс, например, вот этот, как его, пчела вот огромная прям была. Пчела будет вместо кого? Я попробую сейчас предугадать, кто может быть вообще. Кто вместо кого может быть? Вот вместо Милф кто может быть? Блин, это интересный вопрос, кто может быть вместо Милф. Я помню только одна женщина, босс, это, короче... Блин, да, точно, там была какая-то, конфетами атаковала. Какая-то такая дрыщавая баба конфетами атаковала. А еще была на сцене какая-то тоже. Клоун, кстати говоря. Клоун-босс будет где-то? Ну, клоун-босс, он может быть только клоуном Трики, наверное, да? А вот из именно каноничных персонажей я даже не знаю, кого клоуном можно сделать. Вот, кстати, Трики бы забавно смотрелся. Между... Ой, не Трики, а Пико. Пико мог бы забавно смотреться, да. Синпай кем будет? Вот это интересно. Кем будет Синпай, кстати? Да, такой вопрос. И кто будет Лемон Демон? Ну, Лемон Демон, наверное, самое логичное предположить, что Лемон Демон будет... Ну, кто? Там дьявол был максимально демоническим, да? Лемона Демона я бы, наверное, сделал бы дьяволом. Хотя, с другой стороны, финальный босс Лемон Демон, ну... Такое. Ага! О, слушайте, я, по-моему, угадал, это же она! Да-да-да-да! Я... Вон, ну что, вот это конфета! Вот шоколадки там, видите, по бокам? По бокам шоколадки, конфетки, вот как... Какое-то конусное завершение фалоимитатора какого-то, я не знаю. Может быть, тоже шоколадовый, фиг пойми. Я вот помню, что шоколадки атаковали точно, а вот эта хрень, вот эта вот конусная, злобная, ее я что-то забыл. Ну это босс хороший, он атакует сладости. Босс, который атакует сладостями, он, в принципе, не до конца злой. Он не может быть злым совсем, понимаете? Потому что он все-таки сладостями атакует. Поэтому можно порадоваться. А вот когда появится дьявол в роли, как мне кажется, как я сделал ставку Лемон Демона, вот тогда мы начнем плакать уже, наверное. Тогда уже радоваться будет нельзя, это же будет страшно. Эш, рожа будет та еще злобная. Кстати говоря, у Синпая, наверное, будут диалоги. Кто же будет Синпаем, я вот не могу предположить. Ну пусть клоун будет Синпаем. Давайте предположим, что клоун будет Синпаем. Может быть, это логично. Может быть, в этом что-то есть. Так. И все. И чашечка расхреначилась. Так, хорошо, Милф тоже посмотрели. Вот они как сделали, понятно? И главное, сзади опять вот та вот хрень. Вот эта вот конусная, из сладкого уровня. Тоже стоит там что-то рожится. О, клоун! Так, все, значит, Синпай клоуном не будет у меня ходить. Дьявол сзади. Может быть, дьявол тогда или Лемон Демоном не будет? Хотя... Нет, слушайте, я, наверное, угадал. Дьявол будет Лемон Демоном. Знаете почему? В оригинале сзади Лемон Демон торчит над эскалатом, по-моему, как раз. А потом он уже на третьем треке вот этой вот недели приходит и начинает раздавать люлей. Походу, дьявол Лемон Демоном будет, реально. Рожи, конечно, у всех, я не могу. Всех такие рыла, просто капец вообще. Все довольные, все что-то строят, свои хлеборезки вообще. Все радуются. Ну, у нас все-таки тут Рождество в этом уровне Рождества, там сзади такие тоже. Пико он, я вижу, кстати. Он, наверное, и раньше был. Это я уже не помню. Я думаю, что он и в оригинале был, наверное. Всех переделывать не стали. Нет, ну, вот рыло, вот, которое прямо сзади вот находится. Наверху. Это, конечно, капец. Вот посмотрите сейчас. Над доминошкой такое рыло вот сверху. Просто...
Так, ну что, сейчас будет великий скример, короче. Второй трек тоже закончился. Я только вот когда начал играть и ничего не говорить, обратил внимание, что мы... Да, я как раз хотел сказать. Я обратил внимание, что мы играем за этого, за второго Магмен, или как его там зовут. Потому что это с какого момента? До этого был Cuphead? На треке Smilf был Cuphead или уже Магмен был? Да! Да, ребята! Ну вот кто вот великий предсказатель? Вот дьявол! Я же говорил, что дьявол! Так, наверное, клоун будет сенпаем. Я, наверное, великий предсказатель же. Давай! Давай, сатанинствуй, падла! Сатанинствуй уж, раз такое дело. Та-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну пошли злые песни, короче, злые слова пошли. В общем-то, ну это, в принципе, было очевидно, потому что больше такую роль блистательно исполнить было некому из актерской команды Cuphead. Очень жалко, что его там, кстати, распяли где-то на вершине елки. Печально так получилось. Cuphead, мы тебя выручим скоро, не парься. Сейчас старина Магмен разберется. Так, его же Магмен зовут, вот этого брата. Вот, по-моему, Магмен. А что с тебя там вылетают какие-то? А, это типа... Не, я думал, это огонь такой адский, но потом там какие-то пузыри воды, что-то. Что с тобой происходит? Ты приболел, что ли? Ой. Нормально дьявол поет. Неплохо. Такой, знаете, дьявольский баритон ощущается. Немножко, правда, лимоном отдает. Чуть отдает лимоном этот дьявольский баритон. Вот что-то лимонное чудится прям. Но мы не будем делать вид, что нет. Это его песня, это он придумал. Это что? Дьявол же не опустится того, чтобы косплеить какой-то лимон сам. Это же слишком. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Лил Бойфренд, я сказал. Какой я тебе Лил Бойфренд? Я Лил Магмен. Ты охренел, что? Надо было слова еще создателям моды тоже. Лил, и так, знаете, Go Little Magmen, такой вставочка. Чё? Карта? Чё? Опять ты? Я тебе уже сказал, им пройти нельзя. Почему? Потому что вы, ребята, портите это прекрасное казино, у нас нет бабла. Так что отвалите, или я ваши карты вот эти вот, свои, сейчас заставлю их вас победить. Такого я бы никогда не предположил, ребят. Так, подождите, так это я за Girlfriend играю теперь. О, это интересно. Так, я не могу рассмотреть, что там сзади. Сзади, получается, у нас Магмен, сзади стреляет Cuphead из пальцев всяким говном. И склонилась рожа этой падлы, вот этой вот казиношной, понимаете? Казиношная падла, вот этот вот, знаете. Прям Сэм Ротстин в исполнении Роберта Де Ниро из культового фильма Мартина Скорсезе просто над нами склонился. И, ой, так. И смотрит, и пялит своей рожей просто. Рожей своей поганой на нас пялит. Не дает нормально девочке в юбке чашечной спеть. Это удивительно, на самом деле, что... Никакая капхедиха у нас не трясет башкой наверху колонок, это представляете? Даже я точно в Friday Night Funkin играю? Ну, наверное, точно, да. Музыка говорит сама за себя. Па-па-па-ра-п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 а-
И еще почему-то очень нравится вот вторая песня пятой недели. Ну, а самый лучший вообще из каноничных треков, это, наверное, второй трек седьмой недели, Ганс Танкман. Я его обожаю. Пара-па-пара-па-па. А! Чё там, чашки там разбиваются, вроде нажимаешь, и всё нормально. Чё такое? Кстати говоря, звук разбивания чашек вместо пластинки, который... Это тоже прикольно, новаторски. Я вижу, по какому пути вы решили пойти на этом конечном смертельном конце. Ну, классный перевод. В общем, да, божественный перевод, только здесь, только сейчас. В общем, так,
Этот солдат никогда не сдается, пока не выигрывает вас. Ха-ха-ха. Вот этот вот? Ну, тогда плохие новости для него. Так. Так, а получается, а кто-то... А что тогда будет за финальная форма Синпая? Может быть, вместо финальной формы Синпая... Вот эта костяшка с нами будет бороться? Костеголовый. Владелец казино. Это правда, немного нелогично, потому что должна одна голова какая-то висеть. Может, его голова будет висеть, вот эта вот костяшка вот эта вот, кость игральная. Хрен знает, будем смотреть. Я пока делаю ставку на то, что будет висеть, короче, игральная кость в воздухе. По какой-то причине, я правда не знаю, как они это интерпретируют, почему это так случилось, там, почему у меня башка от тела отделилась. Ну, посмотрим. Я вот думаю, что так будет. Блин, вот слушайте, а этот Cuphead-то он, кстати, он вообще круто выглядит вот в этой роли, вот. Вот в роли чирлидерши. В роли чирлидерши-болельщицы Cuphead очень идет. Так. Я, кстати, вообще интересно. Пройду-то хоть последний трек на нормале. Я его на харде, помню, еле прошел в свое время. Это было жестко. Ну, этот точно пройду, этот легкий. Пи-пи-пи-пи. Пи-да-ра-ра. Та-да-да-да-да-да-да-да. Пи-па-пи-по, пи-па-пи-по, пи-по. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Ух, нифига ты там что-то это рассказываешь. Важно. Так. Ой. Всираем помаленьку. Но, тем не менее, это не страшно, я жив. Все равно я жив. Так, ну сейчас будем смотреть, что, будет оторванная кость игральная или не будет. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Ой! Ой, мама! Вот это... Вот ты, господи, что случилось? Что такое? Что такое случилось, боже мой? Так. Вероятно, я не победил никого из вас. И им стыдно. Так что теперь вы встретитесь с моей жа-жа-жа-жа-жа. Так, спрячь свою жа-жа-жа обратно в штаны, ты понял? Мы не будем с ней встречаться. Ты лучше особо не надейся. Так. А, вот так вот, значит. Понятно. Просто против King Dice. King Dice! Я вспомнил, как... Внезапно так осенило. Внезапно подсознание. Оп, так. Я силился вспомнить, как его звать, блин, всю эту серию. Постоянно его как только не называл. King Dice, точно. Да, четко. Ну, слушай, да. Cuphead, стреляй еще больше, потому что у нас есть что отпраздновать. Ко мне вернулась память, блин. Так. Ага. Смотрите, все стрелочки выбил. Ну, мне кажется, мы пройдем нормально, потому что я уже тогда натренировался, когда на харде всю игру перепроходил, блин. Я так задрочил тогда этот левел, что это капец просто. Провозился с ним больше, чем с Милс, наверное. Нет, с Милс все-таки больше. Все-таки с Милс больше. Тем более я уж тогда уставший бы, потом на следующий день аж дозаписывал, помню. Было весело, конечно, да. Веселое было время. Но оно того стоило, на том ролике уже больше 100 тысяч просмотров. Мне, в принципе, я доволен, что... 100 тысяч человек увидели, как я ломал свою психику. А тем не менее, тем временем, короче, мы продолжаем, значит, босса казино раздалбывать по полной. Ой-ой-ой, вот сейчас аккуратнее надо быть. Ой. Так, хорошо. Но что-то как-то у него сложные партии не прекращаются. В принципе, здесь это не очень трудно. Вот это уже конец, да, наверное? Слушайте, ну вот все, мы все и посмотрели, кроме одного. Сами знаете, что это было, хрен знает. Но это не важно. Мы сейчас будем открывать, в общем-то, секретный трек Лемон Демона и посмотрим, там будет дьявол вместо него. Или, может быть, они что-то еще выдумают. Вот такие дела, да? Ты просто взял и по наглой заперся, получается, в Cuphead. Вот это да. Такой наглости себе никто не позволял. Ни Дэдди Дирест, вообще никто. Все скромненько удалились, позволили персонажам Cuphead себя заместить. А это вот эта вот наглая рожа. Она такая, а я никуда не уйду. А я никуда не иду, дьявол, посторонись. Я Лемон Демон, я тут самый крутой. Ну, что я могу сказать, в этом плане ничего не изменилось, да. Лемон Демон, он, как оказывается, как и в Африке Лемон Демон, и в Капхеде тоже Лемон Демон. Ну что ж, давайте на этом тогда будем заканчивать.
Если вам понравилось это видео, эта модификация, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, иначе Лемон Демон придет и всех нас сожрет, а оно нам не надо, правильно? Поэтому, в общем, вот так вот. В группу ВК тоже вступайте, ссылка внизу в описании. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.